Сегодня пришли у меня вещи от подруги с Анапы. Она нет-нет помогает нам вещами. У нас девчонки, у нее старше на пару лет девчонки и тоже двойняшки. Леночка, спасибо тебе большое, если смотришь. Сейчас откроем, что ты нам в очередной раз прислала. Огромное тебе спасибо заранее. И девчонки очень любят. В прошлый раз она прислала разные куколок, лошадок. Я как раз была в роддоме. Я потом уже видела только. То они с одной играют, то с другой. Да? И там мячики. Там мячики? Я говорю, получается, прошлую посылку, которая пришла от Леночки, она присылала игрушки девчонкам. Я была в роддоме и уже потом видела только результат. Ну-ка. Что это, Надюш? Шлемы. Шлемы? Диана, отойди, пожалуйста, а то мне не видно. Вот ваши шлемики. Ну-ка, давай. Два шлема, смотри, тебе, Дианке. А это, наверное, два горшка для кукол. О, да, для Бэби Бон. Для два горшка. А вот другой шлем. А это для тебя. А это что? Ну-ка, допусти. Знаешь, на что похоже? А. У нас здесь, помнишь? Это что-то по Няше тут написано. Да, помнишь? Что помнишь? Куклы нам присылали. Ага. Вот. И там волосы такие. Ну-ка, же. Ну-ка, надержи. Съемные. Угу. Давай смотри, что там еще. Тут папочки вроде. Какого размера? 33-го. Угу. Там только в одежде красивые. Угу. Ой, я не поняла. Почему тут каблучинки? Так, что там еще пришло? Два какой-то. А я конечно. Это все нам пакетики. Смотри. Угу. Впереди и сзади. Необычно, да? Угу. Не попала. Я смотрела, что там нету мячиков. Мячики? Зачем тебе мячики? Я ей говорила, это шлемы. Она это не понимала, что там шлем. Смотри, это в Макдональдсе продается. Да? Угу. О, можно мне поменять? Их две. Я говорю, Лена, потому что у меня такие же девчонки, они погодки. Смотри, им двоим повезло. Так здорово. Классно, Диан? Папа. О, это еще одна, да? Смотри, одна с голубыми волосами, одна с темными, синими. Надюша, подними, пожалуйста, куда ты бросила? Вау, это три. О, так три даже для Анюты еще есть. Вы теперь втроем будете ходить. Ну все, девочки, вы нарядились. Все, все. Только не снимайте, так видео будем снимать. Мяу, да. Это лица. А как пони говорят? Не знаю. Ну то есть, ну когда давай спросим Анюты. Смотри, ботинки. Ботинки. Смотри, тапки. Лицо. Да. Что, смотри, какие там вам вещички, какие классные вам тетя Лена прислала, да? Мне, походу, они уже показывают. Тебе? Да. Ну, да. А какие? Тоже а девчонкам. Куклы. А где куклы? Куклы где? Как? Ну, наверное, вам не прислали в этот раз кукол. Тебе куклы нужны? А? Да? А? Да, обувь, кстати, самая нужная. Потому что очень быстро растет нога, не накупишься. Да, да, Дианочка? Ага. Угу. Смотри, носочки отдали, какие классные. Угу. Это необычные, да? Для Лиды.
на Лиде. Да, что ты делала? Угу. А что Лиде не присвалила такую же молодочку? Ну, две. Она, видишь, тоже своим дочкам одинаково покупает. Смотри. Ну, вообще молодечек. Ну, а по сути одно, да? Да. То, что сам стиль. Это надо мои. Ну да, получается, двоим одинаково. А, вот, видишь? Мама, это такие очки. Ну, значит, там еще будет такая же. Мама, это такие очки. Да? Да. Вообще модные, мне вообще нравятся. Куда вы в таких пойдете? Белый. Я такой. Угу. На улицу. Вот с нашей водой только белое нельзя, потому что оно быстро очень теряет белоснежность. Я даже не представляю, как белые вещи. Только если стирать, брать воду. Вообще такие классные. А? Себе их заберешь? Что, конечно, короткие будут. Понравились тебе? Да. Но они короткие тебе будут. Только если их подрезать, и будут, чтобы бриджи были. Нет, но это куда там? Ну, это как бриджи, если, мне кажется, по колено. Если сделать... Нет, это молодочка пони. Поняшка. Поняши? Анюте вот купили вот такой вот костюм. Вот. Аню, повернись, пожалуйста. Он, получается, у нее был такой костюм. Кого у тебя был такой костюм? Пикачу. Пикачу был. А это мы вот такой вот купили дракона. Натюша, сейчас покажу. Вот, вот такой вот. Очень ей понравился. Он. Да? Да, это. И тапочки Максаночка присылала. Спасибо тебе большое. Воображаешь? Воображуля. Так, Надян, давайте складывать это все, что вы тут разбросали. Белая футболочка. Классно, классно, классно. Здесь много чего. Прям смотри, целый пакет. Надо его сейчас аккуратненько развязать. Ух ты, какая красота, да? Ну, красиво, очень красиво, необычно. Угу. Штаны, джинсы. Угу. Диана, горшочки. Да, шляпки у меня. Кукол можно сюда садить. Двух можно туда посадить кукол. Да. Да. Мишку и... Да. И будет... И можно будет играть с дочкой матери. Да? С дочкой. О, классно. На физкультуру в садик. В школу. В школу. Но огромная проблема, потому искать не могу найти у нас в городе. Потому что она однотонная, без вышивок, без ничего. Это пижамка, да? Ага. Вообще такая интересная. А, нет, или это кофточка? Кофточка, скорее всего. Да-да-да, кофточка такая на лето. Мама! Что, ты их посадила? Они какают? Или они в туалет пошли просто посидеть? Просто посидеть пошли? Да. А там она наизнанку. Такая красивая, модная, да? Сейчас я их закину, все постираю. Там, походу, нет ничего на меня. Ну, тебя, ну, нет, они же, получается, младше тебя. О, какие покупки! Ты там меряешь уже? Еще одни штанишки. Что у вас для кукол есть, Диан? Теперь у нас для кукол хоть два галушка есть. Да, у вас хоть теперь будут писить, да? Смотрите, какие у вас модные шапки теперь будут. Ну-ка, давайте померим. О! Подожди, сейчас Анюта померит от себя. Он так прикольно смотрится, слушай. Пойди посмотри в зеркало. Так интересно смотрится. И им ответь на коще супер. Классно, да, смотрится? А можно мне шапку и такое вот лицо? Такую шапку и такое лицо? Да, можно. Ну-ка, повернись-ка. Да точно. Очки. Нет, не другой стороны. А? Да, здорово, да? Это интересно, такая шапка. Точно очки. Потому что они одеваются как очки. Угу. Тут у нас такой спортивный уголок полностью. Небольшие.
Нормально, оно, наверное, назад вот так делается, им классно. Аня-то хочет себе отмутить, поэтому она мне доказывает, что они большие. Даже глаз не видно. Глаз даже не видно. Ну так классно, если такой порядок человек навели. Молодец, поставила там горшки, да? Они тебе там будут писить, да? И я. Вот эти брюки. Чёрка не нужна. Вообще классные брюки. Здесь надо всё убивать. Офигеть, да? В общем, ты обзавидовалась девкам. Да. Они будут модные ходить. Мам, смотри, сзади как классно. Угу. Да, реально. Видишь, как она модно одевает своих девчоночек? И спереди. Да. А нет, это перед, а вот это зад. Прикольно, да? Угу. А прям Диане еще чуть-чуть, и они будут как раз. Да. Да. Я уже почти выросла. Ты уже почти выросла? Да. Ну, я тоже так думаю, что ты уже почти выросла. Я скоро такой большой буду. Классно, смотри. Диана, балетки классные ты тебе смотришь. А они, дело в том, что они танцами занимаются. У нее дочки занимаются танцами. Они раньше жили здесь, на Ноябрьске, а сейчас они переехали в Анапе живут. Ай! Да, и не жалеют, не возвращаются. Что, на ногу тебе наступило? Нет. Надюш, давай аккуратно, ботинками своими. Смотри, гольфики. Гольфики? Да. Вот такие необычные, глянь. Прелесть. Ну все, и куда ты такая модная пойдешь? На бал. На бал пойдешь? Да. Купальники. Ну все, девчонки, у вас есть купальники. У вас теперь все есть, девочки. У меня все эти купальники были маленькие. Ну тебе, конечно, маленькие. У тебя есть свой? Все, Надя, одевай шлем. Диан, подними, пожалуйста, очки, сейчас ты их сломаешь. Вот положи их на тумбочку туда, вон на тумбочку положи. Угу. Теперь у нас... А ну, у них же тоже такие есть. Ну да, только узор чуть-чуть другой. Да, Диана? А у Дианы красивая прическа, да, Диана? Нет, у меня нет прически. Нету, как это нет? Есть прическа. Потому что Анюта меня заплела. Не заплела тебя Анюта? Но мне так нравится, когда у тебя такие кудряшки. Куда ты пошла? Я иди как сюда, мама. Я твой стилист. Она делала сапоги. Мам, кот в сапогах. Я мама. Ты мама? Классно так, вообще. Я мама. Мама ушла, ты знаешь, Диана, об этом? Мама, снимай! Мама в шлеме, да, зовут ее? Мама в шлеме. Кака. Она сказала, когда будут выдавать. Надюш, аккуратно упадешь. Бух. Все-таки упала. Ну что, давай они дальше посмотрим, и будем разбирать, все складывать. А там все носочки остались. Все носочки, все, давайте это все разбирать будем. Всем спасибо большое за то, что вы с нами были, посмотрели вместе с нами разбор наших посылочек, подарочков. Да, Надюш? Да. Пока. Пока. Пока, мама, в жизни.
шлеме. Пока мама в шлеме. И это ее с ней имя. Ее имя, да? Да. Угу. Мама в шлеме. Да. Чего ты, Надюш? Да, она напьет. Ой, ну Надюша у нас нет-нет веселит вообще. Да, Надюша? Как что-нибудь придумает? Да. Не, ну и образ это реально окончательно будет закончен, если еще давать очки. Так еще смешнее. Так уже можно по-взрослому куда-то идти. Так, очки подними, а то сломаются. Нет, это лицо пони. Лицо пони, да? Да. Куда-то можно ходить. Оксана Булат представляет. Влоги. Жизненные рассуждения. Рецепты и будни многодетной семьи.